Добро пожаловать на прохождение игры «Невероятный Халк». С вами, как всегда, Андрей Доцент, и мы продолжаем устраивать абсолютное уничтожение. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там будет за следующая миссия. Все апгрейды у нас куплены. Миссия называется... как-то точка переворота, разворота. Ну, в общем, давайте посмотрим. Засекреченные материалы сделали доступными военные тесты. Восстановите материалы, верны в безопасности в церковь. Ну ладно, давайте восстановим, посмотрим. Только у меня такое чувство, что что-то здесь будет, наверное, необычное в этом задании, потому что оно проходит не на локациях в пустыне и не в городе. Возникает вопрос, что бы это могло быть? Доктор Баннер, оставайтесь там, где вы есть. Не пытайтесь сопротивляться, или мы откроем огонь. Брюс, это Лен. Мне нужно, чтобы ты послушал меня. Я не могу защищать тебя больше. Мы потеряли контроль. Оба из нас. Если ты не позволишь мне помочь тебе, ты уничтожишь себя и всех нас в процессе. Они убьют тебя в этот раз, если ты не подчинишься. Ложись, ложись! Ты только воздух тратишь, Самсон. Это создание не Баннер. Он не отвечает на логику. Все, что он понимает, это грубая сила. Генерал Росс, это управление. Мы активировали все атакующие системы. Вы можете идти, генерал. Удачи. Я не верю в удачу, лейтенант. Генерал Росс в роботе! Нихера себе размеры! Как мне с ним драться? Вы гляньте, он идет и все ломает нахер. Он все здание разломал, просто шагая. Я тут всю игру пытаюсь таких эффектов добиться, а он просто шагал и разломал все. Заряженный, говорит, лучи какие-то. Так. Опа-на. О, слушайте, ему вообще, походу, насрать. А, щит еще активировал. Ну, я так и понял. Так. А может быть, как-то поближе подойдем? Ага. Блин, какой-то щит использует. Ёшкин кот. Черт. А, у меня есть одна охерительная идея. Да идите нафиг, тут танки, танки. Блин, а, жарят меня. О, молодец. Так тебе. Ох ты, зараза. О, ребята, пора сваливать. Пора сваливать, что-то больно круто все. Да вы гляньте, как он атакует. Он нафиг все здания ломает, какие хочет. Так, короче, я... Блин, слушайте, тут убежать-то некуда. Так тебе. Так, есть. Ломай, ломай, ломай. Короче, надо избавиться от всей техники, что рядом. Угу. И ордером президента говорит, ты арестован. Да нихера подобного. Сообщение от армии Соединенных Штатов. Конец линии такой. Конец пути, говорит. Так, короче, вот этого надо ломать. На тебе. Есть. И еще раз. Итак. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Смотрите, здание, здание бьет. Фига себе. Так, а может быть... Может быть, мне удастся как-то, я не знаю. Господи, он попал по мне еще, а? Так. Летит ко мне! Давай-давай-давай-давай-давай-давай, бей его! Так. Ух ты! Свой щит воздействовал, блин. Стойте, вот, у него есть слабые места. Надо, короче, уничтожить их. Я меняю прицелом, не то куда прицеливаться. Блин, он здание уже ломает. Мне уже и прятаться негде. Черт, а. Так, тебе, короче, надо ломать это все. Ломать надо это все, пока нам тут приговор не вынесли. Блин, тут уже некуда бежать просто-напросто. Блин, он все ломает. Он все ломает. О, блин, и этот еще здесь. На тебе. Так, так. Во. Так, так тебе. Есть. Да что ж тебя... Так, во, наконец-то. Блин, а. Караул. Ой, там ракеты, походу, в меня летят, я вижу.
намек понял. Угу. Так. Блин, со всех сторон стреляют, а? Вау! Так. Блин, он все нахер здесь поломал. Мне вообще прятаться теперь негде. Вообще негде. Во! Ракета пошла. Давай-ка, давай. Давай, заряжай. Есть. Неплохо. Может быть, это и возымеет эффект. Блин, а. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как от этих лазеров-то уклоняться? Да чтоб тебя, А, зараза. Блин, там ракеты в меня летят. Давай ты уже, ломай это все дело. Во, мне нужно срочно здоровье, да побольше. Во, погнали, погнали. Короче, щит в помощь. Ох ты, блин, поехали. Мы просто катаемся. Оптимус, спасай, блин. Стоит там припаркованный, не рыпается. Тут вон какие роботы гуляют. Только трансформеров здесь не хватало. Так. Да, нет, конечно, тут можно даже не пытаться. Так. Есть. Еще раз. Так тебе. Нос. Ах ты, зараза, а. Ну ладно. Блин, да какой там? Ну конечно, как же иначе-то. И понеслась. Во. И давай. Ах ты, зараза, а. Да не на то ты навелся. Во, надо, короче, вот на это вот. Понеслась. Есть. Неплохо. Давай. Еще раз. Может быть, я смогу как-то захватиться? Во, я сел. Я, блин, я же сел. Зараза, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Так, господи, это... Вот это, конечно, боссище. Рост, ты когда умудрился такого себе сделать этого? Во, ломай этот лазер, обоссанный, во, нормально. Только надо теперь самому сваливать. Так, лазер уничтожен. Скотина больше стрелять не сможет. Все, погнали. Вон последняя... Блин, я прямо к танку прибежал. Да ну на. Давай, куда-нибудь. Так. Есть. Тихо. Ты в другую сторону. О, да, конечно. Как же иначе-то? Так тебе, на. Блин, а. А я... У-у-у. Все. Замочил нас. Нет, слушайте, тут, короче, войска, походу, бесконечные. О, смотрите. Мы закончили с Беннером. На, блин, и все. Прихлопнули как муху. Нет, слушайте, тут нужна какая-то тактика. Во-первых, надо избавиться от лазера, это раз. И от ракеты, это два, от его систем. Потому что они нам не дадут спокойно жить. И надо как-то мимо транспорта пытаться. Да я так и понял, давай ты уже. Вот он идет, короче. Все ломает. Он одним своим шагом все ломает, ребят. Ну тут как быть-то? Ну тут я даже не знаю, как быть, если честно. Так. И давай, полетели. Есть. Давай. Ах ты, зараза. Да чтоб тебя. И так тебе. Ах ты, зараза. Так. Давай. Ну, блин, цепляйся ты за это. Ага. Так. Ой, блин. Еще танки эти чертовы. Блин, повалило этих танков тут, конечно. Давай щит делай хотя бы, хоть что-нибудь. Аккуратненько. Блин, а. Так. Есть. Ну, хотя бы так. Они хотя бы его обстреливают.
Вот. Так, стойте, а лазер-то у него это другая пушка? Получается. Давай ты уже, вали это все. Во, нормально. Система частично уничтожена. Блин, а. Так. Давай, 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 давай. У него что-нибудь еще осталось? Ах, понял. Короче, пора линять. И восстанавливать здоровье. Да вы... Да ты бежать, ты будешь нормально, ё-моё, как ты... Куда ты нафиг? Я ему, главное, туда не указываю, он туда летит у меня. Охренеть просто. Так. Во. Слава богу, вернулись. Во. Ох ты, я вовремя, походу, сейчас так прыгнул-то, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На! И так. Так, так, во. Во. А, он уже здесь, конечно. Как иначе-то еще? Давай, 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 давай. Ох ты, зараза, смотрите, я что-то сделал. Так. А я, нельзя за него зацепиться, понимаете? Просто нельзя. А, стойте. А что если его читерным приемом попробовать? Есть такой вариант, кстати. Так. Так, давай, 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 двигайся. Ах ты, зараза, не получится читерный прием, потому что нет чего отскакивать просто-напросто. Да зараза ты. Давай, 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 давай. Во, а, ну да, конечно. Давай, полетел. Ладно. Так. И... Блин, а. Давай, 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 давай. Так тебе. Есть. Когда Халк спецатаку делает, постарайтесь что-то сломать. А, жмите А быстро, чтобы... А, вот, давай, 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 жмем, 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 жмем. Ух ты. Понял. А, понял. Так. Давай, 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 давай ты. Ах ты, зараза, а. Так. Ну, давай. Бей, бей его. Ах ты, зараза, а. Какую атаку решил использовать? Да я же увернулся. Ладно. А, думаю, самое время отступить. Блин, а. Даже убежать нельзя. Враг силен. Что тут скажешь? Еще как силен. Ох ты! Вовремя я увернулся. Давай ты уже, ломай это все дело. О! Ох ты, черт, а! Ну ладно. Давай ты уже. Тихо-т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 ихо
Ага. И так тебе. Есть. Ага, ему вообще насрать. На это счастье. Давай, 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 давай. Во! Вух ты, нормально как, а, получилось. Только боюсь, у меня больше такой прием не получится. Здания нету. Да чтоб тебя. Ну, хотя бы так. Угу. Ракеты летят. Давай, 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 давай. Так тебе. Давай, давай, щит делай. Делай щит. Так. Да что? Ой, блин. Короче, надо оружием атаковать. Да слушайте, он... Со всех сторон у него вылетают ракеты. Тут, блин, как не подкрадывайся. Тут вообще бесполезняк полный. Чё, и это сломали? Да ёлки-палки. Ну вы чё, ребят? Он за мной летит, да? Да, блин, а! Не оббегает еще, зараза. Так. Ну-ка. Давай, 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 давай. Танк! Давай-ка еще раз.
Во! Давай, давай, делай щит! Щит делай! И... Бам! Ой, блин, хреново-то как! Еще раз! Короче, я понял, что надо делать! Надо щитом его бить! Давай! Есть! Отлично! Пронесло! Ох ты, зараза, а! Понял намек. Блин, что, опять что-то сломал? Блин. Тут все ломается. Тут, чувствую, после битвы вообще ничего не останется. Давай-ка, вот так вот тебе. И еще раз. Да куда ты, япона мать-то, ёб твою медь, а? Конечно. Бляха ты, муха, обоссанный танк, весь прицел мне сбил. Убью нахер, блядь. Так. Все. Господи. Короче, танк в помощь. А, блин, прям в жопу мне зарядил, а. Давай ты уже, ломай это все дело. Так, сделаем щит. Во. Давай, 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 бляха, муха. Ты чтоб тебя, а? Ладненько. На, пробуем что-нибудь еще. Блин, там уже ломают все нафиг. Так. Давай, 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 ты, бляха, ты муха. Сука, не запрыгивает, пидорас, а, зеленый. Давай ты. А, да, о, конечно. Как же иначе-то? Танки, хуянки повсюду. Вот так тебе. Да, ах ты, скотина, ты падла, бляха-муха, а. Может быть, мне стоит отражать? Это, я думаю, последнее, что мне здесь стоит делать, это отражать выстрелы. Так. Давай, 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 давай ты. Давай еще раз. Делай щит скорее. Так. Ну хотя бы так, ё-моё. О. Вот, вот он, сука, не может нормально дэш сделать куда-нибудь в сторону. Все время как приклеенный к врагу бегает. Хоть я и отпускаю уже прицел, но тем не менее. А, ну понятно. Тут он уже тут как тут. Тут как бы иного не дано. Так. Да пошел ты. На тебе. Еще раз. О. Да чтоб тебя. Так. Давай, 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 щит делай. Давай, давай, давай. Ах ты, блин, куда ты едешь? Блин, на щите поехала. Как вовремя, а? Так. Давай, копье пошло. В никуда, то есть оно пошло у нас, собственно. Так. А, ему вообще ссало на это копье мое. Так. Во! Давай! Блин, что там происходит? Ни хрена не вижу. Нифига не вижу. Ладно, хотя бы щит меня там как-то бережет. Так, одну сняли с него это. Господи, какой бой, а? Тяжелый. Ничего не скажешь. Ах ты, зараза, а? Ах ты, за... А, ну понятно. Вот эти, ё-моё, танки. Короче, в центр вообще, так полагаю, лучше не суваться. Так тебе. Давай, 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 давай. А, то есть он как бы уже так приземляется, чтобы я не смог просто-напросто из танка сделать что-либо полезное. А, ну давай хотя бы это сделаем тогда. Может быть, хотя бы в этом плане повезет. Давай, во! Да куда ты? Да бляха ты, муха, а?
Ладно. Давай-ка. Давай-ка. Давай, ломай скорее. Так. Еще раз. Да смотрите, вот это вот все, его вот этот вот читерный щит использует свой. Так. Ага. Давай, забивай его. Так. Ах ты, зараза. Да, блин, а. Еще и сама наводка стоит, а. Так тебе. Давай. Так. Все. Танки нынче стреляют и по воздушным целям. Причем как зенитки садят. Ни хрена себе. Слушайте, у нас с каждым разом шансов все меньше и меньше на благоприятный исход. Давай ты уже. Во. Давай ты. Ах ты, зараза. Ну ладно. Так. Давай. Раз. Блин, а. Так. Блин, свой щит этот активировал. Короче, нам надо подлечиться. Притом срочно. Все. Блин, полная разруха. Военные с ума сошли просто. Надеюсь, они эвакуировали эту зону. А то тут всех, походу, приговорили. Тут даже Халк столько в этой игре не ломает. Ultimate Destruction, невероятный Халк. А по сути, разруху не он устроил. Блин, я бы с радостью такую устроил бы где-нибудь в городе, но что-то пока не очень удается. Тут надо реально невероятной силой обладать. Угу. Давай. Опа-на. Так. Давай. Есть. Так тебе, во. Опа-на, увернулись. Да чтоб тебя. Так. Есть. Давай ты, ломай. Блин, нифига себе танк. Запулил. Короче, надо, знаете что, уходить. И делать опустошительную атаку, я думаю. Надо опустошительную атаку замутить. Смотрите, он летит. Так. Давай. Давай, ломай ты быстрее. Блин, я уже думал, все, ломать нечего. Во, нормально. Нормально. Ну, короче, щитом бегаем. Во. Набираем мелкими. Вполне возможно, что эти еще... Ах ты, зараза. Что еще вот эти вот танки нам на руку сыграют. Скорее всего, кстати. Так. Есть. Давай. Ломай. Так. Есть. Нет, не в ту сторону. Куда ты? Смотрите, полетели. Блин, в молоко. Ладно, тогда давай так. Есть, полетели. На! Ох, как хорошо, а. Неплохо. Короче, опустошительными атаками надо валить их. Я понял. Щит хватай. Делай щит. Чё б я без щита бы делал в этой игре? Ух ты. Так. Давайте еще. Короче, вот эта вот атака, которая вот как вот он летит, как Супермен. Вот эта атака надо валить. Только, блин, наводиться надо нормально. Что-то навидали, когда? Если не долетаешь, то считай, что все. Есть. Во. Так. Полетели. Давай. Так тебе. Ох, хорошо. Так. Давай еще раз. И понеслась. На! Фух.
Фух. Охренеть. Вот это бой, ребята. Вот это бой. 80 тысяч дали. Ничего себе. Вот это я понимаю. На, все, сдохни, ё-моё. Скотина. Фух. Нормально. Самсон, это не работает. Это существо не чертов пес. Генерал, просто отведите своих людей. Я займусь Халком. Ты должен поверить мне. Я никогда не хотел бы, чтобы это случилось. Но это должно быть безотказным. Ты становишься угрозой невинным гражданам, Брюс. Я не могу помогать тебе больше. Спи. Вы поступили правильно, Самсон. У вас не было выбора. Это меня и беспокоит, генерал. Блин, усыпили нас. Зараза. Сохранимся. Ну, конечно, надо было с самого начала вот так вот действовать, атаковать опустошительными атаками, и все. Континуум. Продолжим, посмотрим, что там. Следовать за Блонским, что, избежавшего, избежать из хранилища, победить захваченных каких-то там этих и разгромить все на своем пути. Дьявольский Халк — это персона внутри Брюса Баннера, которая обманывает его и призывает уничтожать гражданские здания и гражданских. Это результат дьявольской какой-то тревоги. Лен Самсон чувствует то, что предал своего друга, как бы вино. И что-то там с генералом Россом делают. Дьявол больше не прячется внутри Баннера. И он хочет провести какую-то эволюцию гамма-мутации. Брюс ментально находится в какой-то тревоге. И это не надо успеть, в общем, завершить машину, прежде чем дьявольский Халк возьмет верх. Тем временем Эмиль Блонский все еще находится под воздействием темной силы в своем уме. Блонский продолжает что-то делать с силами штаба на свое усмотрение. Его совершенно секретный проект, директивная миссия, позволяет сфокусироваться на мерзости и взять под контроль его разум и тело. Баннер теперь что-то там занимается своими вещами и хочет разгадать секреты трансформации. Вы не можете просто открыть его разум. Это словно пытаться чистить лук бензопилой. Вы обещали мне, что позаботитесь о нем. Я сказал, что сделаю все, что в моих силах. Теперь это не в моих руках. Давай, Баннер, ударь меня, ненавидь меня. Ты знаешь, что хочешь этого. То удерживающее устройство, что на тебе, переводит твою силу в нервно-импульсивную энергию. Чем сильнее заключенный, тем больше энергии используется, чтобы усмирить его. Если ты станешь Халком, то убьешь себя сам. Нельзя сломить человека, который уже сломлен, Блонский. Что если ты проникнешь внутрь, и тебе не понравится то, что увидишь? Я знаю, что вызывает его, ты урод. Я знаю, как тяжело тебе до критической точки. И мне не нужно знать, каково быть таким, как ты. Мне нужно знать, как это контролировать. Этот голос? Что ты такое? Я Эйхаб. И ты большой белый кит. Теперь открой рот и скажи «А». Ты открыл для меня дверь, Брюс. Лучик света на моем лице, которого у меня прежде не было. Неужели ты думал, что я никогда не позволю тебе запереть меня? Мы будем богами в этом мире, который ты отвергал и страшился так долго. Мы разорвем его на миллиард частей. Я твой неизбежный итог. Я — это совершенный ты. Я — дьявол. Генерал, мы теряем его. Он ломает защиту. Блонский, я знаю, кто ты такой. Нет. Ты не можешь вырваться! Это невозможно! Отвали от меня, ты куча дерьма!
Угу. Следует за Блонским и сбежать из хранилища. Вот так вот у нас начинается заданец. Здоровский лан, друзья. Думаю, тогда давайте на этом мы закончим и продолжим уже следовать за Блонским в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Всем пока.